ранее в сериале. Ну, в общем, я, короче, такой забухал, короче, иду, да ну, этот подкаст и сериалы делать, короче, вообще просто задрало, и я потом, в общем, уехал в Таиланд. Добрый день, друзья, вас, ох, я уже со счета сбился, давно я не высказывался по сериалам, так что приготовьтесь, что выпуск будет длинным и, следовательно, дико нудным, но вас же именно это и привлекает. В общем, вас приветствует развлекательный портал «Помидорка за решеткой» и, собственно, я, Владимир Иванов. Вы слушаете подкаст о сериалах, и вы не поверите, с чего мы начнем. Что посмотреть на этой неделе? Вот именно не с новостей, ибо много сериалов вышло, а время – деньги, и мне еще Mass Effect 2 перепроходить надо успеть. В общем, поехали. Ах да, и по тем же причинам ни интерактива, ни слова автора в этом выпуске не будет. Может быть, в следующем будет. Ну, так как реально долго не было подкаста, вначале упомяну кое-чего из прошлогоднего, к чему еще в то же время мнение было готово. Агенты Щита. Эдакий спин-офф вселенной Мстителей со всеми вышедшими фильмами. Первое, что порадовало, это, конечно же, возвращение Джосса Уидона в режиссерское кресло сериала. Ну, это не мудрено, ведь он снял первых Мстителей, да и опыт со Светлячком никуда, наверное, не делся. Парочка актеров из простых супергеройских фильмов и общее развитие вселенной, так сказать, со стороны простых людей. Ну, не совсем простых, а агентов организации Щит. Как ни крути, а сериал все-таки средненький. Вытягивает лишь марвеловское наследие. А так смотреть стоит лишь фанатам комиксов, одноименной вселенной и любителям супергеройской тематики. Простым смертным будет скучновато, я вот скучал. Лично у меня чувства смешанные, даже после первых трех серий. Местами хорошо, местами скучно, как-то непонятно, скорее всего смотреть, наверное, не нужно. Бруклин 9-9. Наконец-то вышел этот комедийный сериал. Ждал Энди Сэндберг, который многим известен как участник группы Lonely Island и недавно получил за этот сериал и за эту роль Золотого Глобуса. А вместе с ним в актерский состав вписались еще несколько довольно хороших актеров. Терри Крюс тот же, например, как не посмотрю, всегда он меня радует. Многие могли запомнить его по «Неудержимым». В общем, комедия отпадная, постоянное обсмеивание полицейской работы, плюс без особых пошлостей. Смотреть рекомендую, однозначно лучшая комедия сезона, хоть и прошлого. Пропускать никак нельзя, особенно будут порадованы фанаты MTV-шного сериала «Долина смерти», местами архи похожи. Первородные. Унылая убогота про вампиров. Ну и добавить как-то больше особо нечего. Фанаты «Сумерек» и прочие соплевоты про кровососущих могут смотреть не раздумывая. Остальные здравомыслящие люди могут потратить время на что-то более стоящее. Люди будущего. Все хотят снимать сериалы про супергероев. Вопрос в том, что ни у кого пока что не получилось достойно. В лучшем случае выходило сносно. Вроде первого сезона «Стрелы», ну да и второй, в принципе, тоже неплохо был, то есть есть. Местами сериал напомнил такие дрянные фильмы, как «Я четвертый», «Телепорт» или «Сделка с дьяволом». Постоянно поражаюсь, как люди умудряются столько денег и какого-никакого таланта вбахать и сделать сериал на уровне тех фильмов. Смотрится так же херовенько. Ну, кому-то именно такой жанр и нравится, плюс это CW, а это значит, что, как всегда, красивые мальчики и девочки будут разбираться в своих комплексах, попутно понимая, что у них есть сила. Ну, там она реально есть какая-то. Меня, честно, от такого уже, как увижу, так блеват и кидат. Но, скажем, ярые фанаты супернатуралов найдут свои плюсы. Мое мнение, люди Альфа и то в разы лучше были, но и тех пересматривать тоже не тянет. Мушкетеры. Честно признаться, узнал о сериале случайно, но тем не менее был удивлен, что по такому маститому произведению товарища Дюма кому-то еще есть что сказать. Как оказалось, за дело взялись маститые парни из британского канала BBC, которые толк в исторических сериалах знают, уж поверьте мне, а если не верите, то достаточно список сериалов, что при их участии были сняты, поглядеть. Но давайте к нашим баранам. Сериал крепкий, интересный, биографии персонажей подправлены, конечно, но в меру и интриги не портят. Визуально все хорошо, вот только общих планов маловато, массовки тоже не густо. Вообще как-то не верить, что это столица Франции, блин, но это не важно, не особо важно.
но зато больше акцент на личности и отдельных героев. Встреча Д'Артаньяна с мушкетерами в первой серии, мое почтение, разыграна чуть ли не достовернее для того времени, чем в оригинале. Сами актеры не подкачали, многим даже веришь. Сам экшон вполне себе. Бравые запилы на саблях и перестрелки, иногда со взрывами, доставляют. Ну и напоследок, это единственное на моей памяти переложение текста Дюма на реалии, где мушкетеры реально стреляют из мушкетов. Кто бы мог подумать, на коих-то вообще так называли-то. Ну, как вы поняли, к просмотру очень рекомендую. Редкий сериал, даже с девушкой смотреть можно. Все дома. Примечание, если не понравился сериал «Карточный домик» или не любите политику и любое проявление киносериального искусства, где экшен сводится к минимуму или вообще отсутствует, то можно смело не смотреть. Помимо, в сериале есть товарищ Гудман, широкий стёб над политикой США, да и вообще мнимой идеей демократии, хороший житейский юмор на тему, извините, общаги. Опять же, если задавались вопросами, куда делся Билл Мюррей после «Зомбиленда», то тут узнаете. Сериал исключительно не для всех, но это про тех, кому не нравится то, что я в самом начале упомянул. Мне лично очень даже понравился. Герой недели. Тактичный, странный, лысоватый и в целом немного не от мира сего агент 6-го интернационального какого-то там то ли тактического, то ли антитеррористического отделения. Ну, задроты комиксов лучше меня знают. В общем, очень талантливый, хотя по нему не скажешь, агент, который умеет очень грамотно подбирать кадры и, так сказать, синергию этих кадров примечать. Редкий случай очень нужного и важного, но при этом маленького человека. Агент Коулсон в исполнении Кларка Грега из сериала «Агенты ЩИТ». Слово автора. Итак, народ, не забываем подписываться на канал, смотреть прохождение, ставить лайки, и если хотите быть в курсе событий, то следите за обновлениями. Также не забывайте советовать новую тему для обсуждения в слове автора, ну вы все поняли. Давайте, удачи. Увидимся когда-то скоро. Ну его нахер, в следующий раз буду просто про новые сезоны популярных сериалов рассказывать. Ну его долго. Как много-то повыходило. Чёрт.